Наш Центробанк подсчитал, сколько денег приднестровцы получили из-за границы в прошлом году. Почти 95 миллионов долларов. Столько валюты пришло в республику через систему денежных переводов. Если сравнивать с 2017-м, рост на 17%. Специалисты ПРБ связывают положительную динамику с оздоровлением банковской системы республики и стабилизацией экономик других стран. Больше всего валюты к нам присылают из России. В 2015-м российский рубль сильно пошатнулся по отношению к доллару. Экономическая ситуация в России ухудшилась, трудовые мигранты стали присылать меньше. В 2016-м ситуацию усугубил валютный кризис в Приднестровье. Два года назад, чтобы получить перевод, граждане ездили в соседнюю Молдову. В нашей республике валюты не было. С 2017-го, когда ситуация начала стабилизироваться в России, и у нас показатель по денежным переводам тоже пошел вверх. В 2018-м денежные переводы в Приднестровье достигли максимума за последние 4 года. В пятерке лидеров по переводам к нам после России – Израиль, США, Италия и Германия.